Сегодня ряд СМИ республики дали информацию о том, что в говядине, которую продают на рынке Хиверский в Чебоксарах, обнаружена кишечная палочка. Вот как комментируют эту информацию на станции по борьбе с болезнями животных. Прозвучавшая информация в СМИ о якобы найденной кишечной палочке в мясе на Хиверском рынке была предоставлена несколько недостоверно, так как в данном случае был превышен лишь несколько показателей КМФА. Это показатели, которые характеризуют общую обсемененность, то есть как патогенными, как и условно-патогенными и другими бактериями. Это могут быть и кисломолочные бактерии, и дрожжи и так далее. Хотя, что как и кишечная палочка, и данный вид бактерий условно-патогенных, они несут особой опасности для потребителей. Единственное, что нужно, значит, в любом случае перед употреблением продукции животного происхождения подвергать термической обработке. Вот и все. Это не говорит о плохом санитарном состоянии, например, там условия торговли, потому что это единичные случаи. Это не говорит о систематическом нарушении ветеринарно-санитарных правил или санитарно-гигиенических условий на рынке, допустим.